Дима идет в школу со скоростью 3 км в час и рассчитывает успеть как раз к началу урока. Пройдя треть пути, он вспоминает, что забыл выключить дом компьютер. С какой скоростью Дима должен бежать, чтобы вернуться домой, быстро выключить компьютер и не опоздать в школу? Для начала запишем данные. Скорость Димы V1 равняется 3 км в час. Путь S1 равен треть пути, то есть S на 3. Оставшаяся часть S2 равняется 2S на 3. Найти, с какой скоростью должен бежать Дима. V2 неизвестно. Сделаем рисунок. Время движения T равно отношение пути S, деленное на скорость V. Эту формулу нужно знать. Если бы Дима не вспомнил то, что ему надо выключить компьютер, то время движения до школы, T оставшееся, будет равняться путь S оставшийся, деленное на скорость V1. Оставшаяся часть пути до школы – это 2S на 3. Все это деленное на V1. Но так как Диме надо вернуться назад, то T2 будет равняться путь, который ему нужно пройти, S2, деленное на скорость V2. Путь S2 будет складываться из пути, который ему надо вернуться, это S на 3, плюс расстояние между домом и школой, то есть S, деленное на V2. Преобразуем. Для этого сложим в числителе. Домножим S на 3. Получается S плюс 3S, деленное на 3, все это деленное на V2. Посчитав, получаем 4S на 3, все это деленное на V2. По условию сказано, что Дим должен успеть, следовательно, время оставшееся и время T2 равны. Приравняем по времени. Получается 2S, деленное на 3, V1, равняется 4S, деленное на 3, V2. Выразим отсюда скорость V2. V2 равняется 4S, умноженное на 3, V1, все это деленное на 3, умноженное на 2S. Сократим. Получается, скорость V2 равняется 2V1. Подставим сюда наше значение. Тогда скорость V2 равняется 2, умноженное на 3 км в час. Посчитав, получаем 6 км в час. Запишем ответ. Скорость, которой он должен бежать, V2, равняется 6 км в час. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.